В Главном театре Бурятии продолжается кадровая революция. Бурятский оперный остался без главного дирижера. Накануне эту должность покинул Георгий Албегов. В прошлом году в театре сменилось практически все руководство. Новым директором стал Дмитрий Дылоков, бывший замминистра культуры Забайкалья, а должность худрука занял народный артист Бурятии Владимир Рылов. Георгий Албегов был главным дирижером Бурятского оперного с ноября 2020 года. Причины его внезапного ухода в театре не называют. У нас главный дирижер ушел в январе месяце. По обоюдному решению был расторгнут трудовой контракт. В театре утверждают, что несмотря на уход Албегова, работа будет продолжена в обычном режиме. С октября прошлого года новый худрук Владимир Рылов отвечает за общее руководство художественной составляющей оперных и балетных спектаклей, а также концертов. Как вы знаете, Владимир Алексеевич у нас является в том числе и дирижером, поэтому у нас стабильная, непрерывная работа театра обеспечена. По нашим данным, Георгий Албегов находится в Санкт-Петербурге. На наши вопросы о причинах ухода он пока не ответил.